Добрый день! Приветствую вас всех на YouTube-канале компании «Агротехника», город Волжский. И сегодня в нашем обзоре полуприцепной плуг компании «Светлоград Агромаш» 9 плюс 2, 11-корпусной. И мы находимся в одном из хозяйств Серафимовического района. По наработке этого плуга хотелось бы задать механизатору несколько актуальных вопросов, которые будут полезны для покупателей данного агрегата. Вот, сколько вы уже работаете этим плугом? 3 года. Скажите, есть какие-то у вас, например, проблемные вопросы по этому агрегату? Нет, проблемных вопросов, можно сказать, нету. Ну, винт вот у нас один. Бывает, ломается. А так в целом... Винт заглубления, да? Да, вот большого колеса винт заглубления отламывается. А так все нормально. Работает он хорошо, отлично. И пашет он даже в тех местах, вот 8.35 плуга, они не пашут, а этот плуг пашет. Потому что у него вес, самая рама тяжелая, и он лезет. Вот они тут пахали, бросили, просто у них плуг не лезет. А я вот сейчас пашу, допахивает. На какую глубину пашете? 27-28. Более-менее комфортная погода, погодные условия для него какие-то? Сухая почва, влажная почва? Мне кажется, при сухой погоде аж лучше он пашет, потому что не налипает на отвалы. Отвалы чистые, как видите, блестят все. А когда уже сыровато, налипает на отвалы, и уже получается, как он, недоваливает, что ли, это самое, отвал уже налипший. А вот в такую погоду, когда вот именно сухо, он пашет очень хорошо. Когда сухо, нету проблем с заглублением? Если, например, после засухи пахать, конечно, проблемы есть. А вот в данный момент прошли дожди, 3-4 дождей было, немножко земля отошла, и сейчас пашется отлично. Так вот, как вы, как говорится, механизатор, за трактором удобно сидеть? Удобно сидеть. Единственное, что... На концах разворачиваться, когда разворачиваться, большой радиус разворота надо делать, потому что длина большая. Угу. И вот контрольную полосу отбиваем метров 30-35 для того, чтобы развернуться. А так, в целом удобно. Сколько вы гектар делаете за смену? В целом днем где-то 25, а ночью 30-32. Скажите еще по рабочим органам здесь. Какой ресурс у них, вот если по более-менее хорошей почве, не посильно засушливой? Если земля помягче, конечно, и лемеха подольше ходит. А если земля посуше, то, в зависимости от почвы еще зависит. Вот пески или такая земля, черная, чернозем. На песках быстрее стирается, конечно, лемеха, а на такой почве подольше ходит. Мне плуг нравится. Очень хорошо пашет он, ровно пашет, никаких... Он никуда не уходит, на сторону бывает, вот, не выскакивает. Идет он ровно, никаких нету этих скачков у него таких. Как вот я пахал на 700-м, 8.35, он бывает выскакивает, у него зад уходит, а этот, как он шел ровно, так идет, никуда не уходит. Вот по вашему профессиональному такому взгляду, вот заделка пожневных остатков действительно 100%, в принципе, оборачивает пласт он как следует? Да, оборачивается. Это бывает у нас, конечно, если стерня очень высокая, что-то остается. А так, если стерня нормальная, все заделает он. Как вот видите, сейчас заделан, немножко остается там. Опять от стерни зависит, как комбайн скосили. Если стерня высокая, немножко остается, конечно.